Всем привет, с вами Тифпро, и сегодня первая часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition 0.12.1. Так, вот я был в мире. Как вы заметили, или можете заметить, то, что я уже построил дом, только мне не хватает стекол, есть вещи. Но я решил, что ж, зачем выживать с нуля, если это будет неинтересно. Очень неинтересно, наверное. Лучше начать выживать уже с готовыми ресурсами. Я пробовал выживать с нуля, но это получалось как-то глупо. Так что я решил начать так. Может, будет так лучше, я не знаю. Я просто вот решил поэкспериментировать. Здесь у меня есть такая шахта. Я, ну, не шахта, а пещера. Я тут поставил несколько факелов. Там я закрыл, чтобы не было лишних проходов. Тем более он ведет не вниз, а вверх. А мне нужен проход вниз. Ну, чтобы добыть там алмазы, золото. Ну, тут у меня есть золото. К сожалению, я не могу сломать, так у меня каменная кирка. О, железо есть. Что я планирую? Я планирую найти, как всегда, железо. И сделать стекла для дома. Вот. Это планы на сегодня. Так, вроде ничего собрал. Ну, все. Так, хочу также прокопать дорожку вниз. Если я не ошибаюсь, если копать дорожку вниз-вниз и дойти до бедрока, то там можно будет найти алмазы. Но это придется долго копать. Как видите, у меня уже, ну, маленькая так кирка уже ломается. Я буду копать до такой степени, пока у меня не сломается кирка. Есть факел, сейчас становится темно, сейчас я ее поставлю. Так. И, кстати, да, вторая часть выживания у меня будет уже на третьем билде. Надеюсь, там уже пофиксит баги хатбаром. Ну, если кто не знает хатбар, что такое хатбар, то это интерфейс вот внизу. Такой баг мне бесит, когда нельзя взять первый и второй слот. И когда нельзя пользоваться хатбаром, когда ты зашел в это, ну, в сундук, там нельзя пользоваться им. Просто один слот и все. Так, вот у меня еще сажается добавок планшет, но это ничего. У меня еще есть 14%. Также есть рядом с собой зарядка. Так что ничего страшного. Так, вот нам маленько повезло, так сказать. Так. Закроем, чтобы не спавнились всякие там мобы. А то я помню, один раз я оставил такую пещеру вот рядом с собой. И оттуда вылазили злобные мобы. А факел тратить неохота. Просто так. Ну да, скоро у меня уже сломается кирка. Вон тут есть железо, это хорошо. Можно будет переплавить и сделать там. Да, ну вот все, да. Ну что ж, давайте вылезем наверх. Посмотрим, что там. У меня я вроде ставил песок в печь, чтобы переправлялся в стекла. Я так и не могу понять, как из песка можно сделать стекла. В реальном мире это даже невозможно. Также я еще голоден, как видите, я не могу бежать. И да, у меня есть маленькая броньки. Золотая зачарованная броня. Это я ее взял. Скелет был. Золотой скелет ходил. Я его убил, и мне дропнулась такая броня. Было, конечно, хорошо. Вот. Что ж, давайте лезем. Наверное, там уже ночь. Да, я угадал. Тут у нас уже ночь наступила. Но у меня также нет все еще стекол. Придется делать еще пол, потолок. Но это я, возможно, сделаю уже, когда я закончу съемку. Буду делать один. Так, что тут еще? Вот, надо убить таксинку, чтобы нас не заметил крипер. А он вроде заметил, да? Вот ты. Где еще, блин, попался? Ну ладно, заодно будет опыт и порох. Да, это хорошо. Так, ну что, вернемся в наш дом. Так, вот вы замучили уже лезть в мой дом. Какой раз лезете? Все, да? Блин, еще там скелет плавает. Ладно, пофиг на него. Давайте сразу закроем тогда стеклами, чтобы не пролез, гад. Вот, я вот тебе про это говорил, баг, то, что можно пользоваться только одним слотом, все. Скелет, ты фиг что здесь делаешь, надеюсь. Так, ну да вот. Так, скелет все-таки смог выбраться.
Блин, давай, умирай, умирай. Прок специально все. Осталось хп. Все, он нас убил. Ладно, ничего страшного, у меня спавн. Дом рядом со спавном. Специально так сделал, на всякий случай. Потому что я не успел сделать кровать. Так, ну, дох и все. Мы забираем все свои вещи. Вот так, как говорил, у меня есть золотые штаны. Зачарованные. Вот. Давайте сейчас доставим, ну, нашу половину. Здесь будут все стекла. Но остальное я все сделаю, когда уже закончится съемка. Наверное, вторая часть выживания будет уже готовым домом. Там, может, пойдем в пещеру или что-то на этом. Что-то в этом роде. Да прям вы хотите залезть в мой дом, что ли? Что вам тут надо? Сами лезут, сами умирают. Ну вот на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.